Каких-нибудь 4 года назад эти девушки держались совсем не так бодро, как теперь. Стакан трясся в руках, Лен. Тем не менее, в свое лесбийское амплуа, отобранные на кастинге девочки, согласились войти сразу и всецело. И по сей день они с удовольствием провоцируют журналистов на банальные вопросы. Задайте нам вопрос. Лесбиянки? Задайте. Вообще-то, когда смотришь их клипы, хочется спросить о другом. Что думают по этому поводу родители мегазвезд? Ее мама очень смеялась, когда она это все видела. Ей было просто смешно. А что она сказала? Она сказала, как интересно было. Какие ощущения? По сути, тату, если воспринимать это как некое творческое образование, отнюдь не дуэт. Скорее, сольный проект одного, всегда остающегося за кулисами, человека. Саратовского психиатра Ивана Шаповалова. Устав от психиатрии, наш герой ушел в рекламный бизнес. Устав от него, придумал тату. Как сам уверяет, от чистого сердца. Я сознательно уходил от того, что я знаю, как рекламные наработки. Потому что это всегда раскрывает неискренность проекта. Роль же девочек в проекте? Роль девчонок – это доносить это. Тату! Благодаря Шаповалову эти две юные москвички колесят сегодня с гастрольными турами по всему миру. Уже сегодня их синглы, записанные как в изначальном варианте, так и в англоязычном, занимают первые места в чартах продаж в Италии, Норвегии, Голландии, Мексике, Испании. В их арсенале все мыслимые и немыслимые премии. От платиновых пластинок в восточноевропейских странах до MTV Music Awards. Когда Юля с Леной получали свою первую награду, им было чертовски приятно. При получении 21-й испытывали что-то вроде дежавю. Да, спокойно. Клево, спасибо. Несомненно, в прошлом году их слава достигла апогея. Бесконечные промо-туры, фотосессии, новые языки, все новые страны. В конце концов, девочек взяло под крыло подразделение крупнейшего рекорд-лейбла Universal Interscope. Поначалу всеобщей радости не было предела. Много позже Шаповалов и компания поняли, что творческая работа под тотальным контролем воротил мировой шоу-индустрии весьма проблематична. И вполне возможно, что в обозримом будущем у группы Тату наступят не самые веселые времена. Нет такого, кто симпатичнее, разговаривает с нашим продюсером из компании Interscope. И сейчас подписывается контракт с Interscope, а Interscope обсуждается условия, где Interscope заявляет свои претензии на креативный контроль. Если он не снимет эти претензии и не согласится с полным креативным контролем моим, меня в этом проекте не будет. Впрочем, даже если в этом юридическом споре победителем все-таки выйдет создатель проекта, невеселые времена группу все равно, скорее всего, ждут. По объективным причинам. За 4 года лимит лесбийского имиджа тату почти исчерпал себя, а новые образы из Юли и Лены уже не слепить. Слишком прочно втерся в сознание ярлык тату-лесбиянки. И как сложится артистическая карьера участниц дуэта, предугадать сложно. Для кого-то мы очень хорошие, для кого-то мы... Дуэты. Вот и все.